Что можно сказать о подобных прямоугольниках? Прямоугольник ABCD подобен прямоугольнику AB', C', D', потому что соответствующие стороны этих прямоугольников пропорциональны. Соотношения равны друг другу. Проведем диагональ для каждого прямоугольника. Углы, сформированные диагоналями и сторонами в каждом прямоугольнике, являются соответственно смежными углами. Из теоремы Фалеса следует, что соотношение диагоналей прямоугольников равно коэффициенту подобия. Это фотографии двух девушек. Одна младше, другая старше. Они похожи, как две капли воды. Нет сомнений, что они сестры. А это мама и тетя этих девушек. Они близнецы и выглядят один в один. Эти звери исключительно похожи. Некоторые говорят, что жеребенок – это та же лошадь, только маленькая. Эти многоугольники начерчены в разных шкалах измерения. Первая звезда – в круге радиусом 2 см. Вторая – в круге радиусом в 2 раза меньше радиуса первого круга. А третья – в круге радиусом в 4 раза меньше радиуса первого круга. Эти многоугольники подобны. Взгляните на подобные фигуры. Какие преобразования можно использовать, чтобы получить из фигуры F фигуру F'? Мы можем уменьшить фигуру F, используя точку O и масштаб в 2 раза меньше, а затем отразить фигуру с помощью линии K. F является прямоугольником. Давайте преобразуем его, используя точку О и коэффициент подобия k равно минус 0,5. Мы получим другой прямоугольник, который повернем против часовой стрелки через точку S на 90 градусов. Мы получим фигуру F', которая подобна фигуре F в масштабе 1/2. Это пример преобразования определенного вида, которую мы называем подобием по масштабу 1/2. Давайте поближе взглянем на это преобразование. Длина стороны А'Б' равна половине стороны АБ. Также длина стороны А'Д' равна половине стороны АД. Эти многоугольники подобны. Коэффициент подобия k равен 2. Из определения подобия мы получаем следующие свойства. Таким образом, соответствующие стороны двух многоугольников пропорциональны, и их отношение равно коэффициенту подобия. А как насчет углов подобных многоугольников? Следует отметить, что соответствующие углы подобных фигур равны. Два многоугольника подобны тогда и только тогда, когда их соответствующие углы равны, а соответствующие стороны пропорциональны. Но для треугольников мы можем не учитывать первое условие. Два треугольника подобны тогда и только тогда, когда их соответствующие стороны пропорциональны. Например, эти два треугольника подобны. А вот эти два треугольника не подобны. Два многоугольника подобны тогда и только тогда, когда соответствующие углы равны, а соответствующие стороны пропорциональны. В треугольниках третий угол можно определить с помощью двух других углов. Поэтому два треугольника подобны тогда и только тогда,
когда два угла одного треугольника равны двум углам второго треугольника. Как найти расстояние через реку? Для этого достаточно заприметить камень на противоположной стороне в качестве точки А. Затем необходимо выбрать точки Б и Е так, чтобы АБ был перпендикулярен БЕ. Можно легко измерить расстояние ДЕ, которое перпендикулярно БЕ. Поскольку углы БЦА и ДЦЕ равны, а углы АБЦ и ДЕЦ прямые, то треугольники АБЦ и СДЕ подобны, согласно первому признаку подобия. Таким образом, АБ равен БЦ умноженное на ДЕ, деленное на ЕЦ. Так как несложно измерить расстояние БЦ, ДЕ и ЕЦ, вычислить расстояние через реку не составляет труда. Прямоугольники А и А' подобны. Самая длинная сторона большего прямоугольника равна 6, а соответствующая сторона меньшего прямоугольника равна 2. Таким образом, коэффициент подобия равняется 3. Давайте найдем, сколько маленьких прямоугольников можно поместить в большой прямоугольник. Это означает, что площадь фигуры А' в 9 раз больше площади фигуры А. Теперь взгляните на фигуры Б и Б'. Коэффициент подобия равняется 4, и мы можем расположить 16 фигур Б в фигуре Б'. Для следующих двух фигур С и С' мы видим, что коэффициент подобия равняется 5, а площадь треугольника С' в 25 раз больше площади С. Коэффициент подобия фигур D и D' равен 2. Итак, мы можем предположить, что площадь большей фигуры в 4 раза больше, и это действительно так. Это коробка со стиральным порошком. Вторая коробка больше. Коробки подобны с коэффициентом 3. Сколько коробок F можно разместить в большую коробку? Первый слой содержит 9 коробок, всего 3 слоя. 3 × 9 равно 27 коробок стирального порошка можно разместить в самую большую коробку. Коэффициент подобия – это K равно 3. Поэтому объем фигуры F' равен объему фигуры F умноженному на 3 в кубе.